Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Ну что же, а вот и закончился у нас с вами 49-й сезон. Я получил значок и пиньяту, ну конечно же, самую такую простенькую. Из нее выпадает вот такие вот, ребята, 4 пака. Естественно, будем открывать. Поехали. 4 пака всего лишь, это, ребят, ни о чем. Так, ну это все у меня есть. Это все есть, ничего тут хорошего я не вижу. Кактус. Мега редкая даже выпала. Так, и все, ребята. Так, ну эта карта у меня есть. Я тебе скажу, она даже очень неплохая. Так, а сейчас будет самое интересное, знаешь почему? Так, сезон 50-й начался. Какое я место получу? Пятое, ребята. Здоровски. Ну что же, сейчас все рванули, естественно, играть. Да, соответственно, и старенькие, и новенькие. То есть и сильные, и слабые игроки. Сейчас будет трэш, какого свет не видывал. А мы будем с тобой просто рандомиться. Так, во-первых, давай посмотрим, что у нас там по заданиям. Нанести 300 единиц урона. Так, переместите союзника на другую линию. Разыграйте 2 зомби на воде. О, сейчас мы и начнем. 2 зомби на воде, да? Значит, выбираем с тобой. Какие у нас там зомби на воде-то? Подожди, не могу вспомнить, у меня... Ну, давай вот так вот начнем. Фиг с ним, сыграем за бесячество, ребят. Будем фаниться сейчас, по фану. Да? Поиск соперника. Но я тебе говорю, сейчас мы, нам тут могут навтыкать, будь здоров. Видишь, пятый. То есть тоже ребята по откатам играют. Против кого он там? Ага, вспышка на солнце. Что это у тебя, радость ты моя? Это что такое? Нет. Трындец, 2 бочки. А ходить-то я чем буду? Скажи-ка мне на милость, а? Чем я должен здесь ходить? Мне даже поставить некого. Сундук хотя бы дали. Ну, давай поставим сундук. Который сразу же уничтожит сейчас с помощью своей заклинашки. Которая у него есть, поверь мне, она есть у него. Так, ладно, уничтожит, уничтожит. Что я могу сделать? Да ты издеваешься надо мной, да, просто? Угу. Кто там у тебя вылупился? Покажи-ка мне, пожалуйста. Ох ты. Это, ребят, солидно. Солидный чудик. Ну, никак не ожидал, что именно он здесь появится. Ладно. Как бы нам с тобой тут прохитрить-то, я даже не знаю. Она втыкает нам сейчас по полной программе, по ходу дела, да? Но опять же говорю, ребята, рандомно. Чего? А, он просто прикрыться решил? Ладно. Он тут просто, видимо, решил прикрыться. Во! Вот что нам нужно. Надеюсь, у него нет уничтожителя надгробий. И прикрыться он не сможет. Надеюсь на это. Но пятерочка-то все равно нам в лицо прилетит. Блок, я не знаю, сработает или нет. Опа, все-таки есть чем прикрыться ему. Ага. Погнали. Так, срабатывает защитка. Красота. Ух, как хорошо. Как, друзья мои, хорошо-то сработало. Что нам сделать? А сделать нам можно следующее, да? Вот так.
Посмотрим, что он сейчас сделает. Так, у нас есть с тобой кровожадность. Так, это 7 будет, да? Давай-ка я так сделаю. Погнали. Так. Итак. Твою налево, у него еще и защита сработала, а? Случайно. Только не говори, что сюда вот поставит. Ага, нормально. Пам-пам-парам, да, значит? Пам-пам-пам. Даже, друзья, не знаю, как тут и сделать-то. Кого-то сюда он влепит однозначно. Ведь влепит же. Давай вот так вот сделаем. Так, все зомби по на земле получают минус один, минус один. Да? Да, ребята, влепили. И почему я взял бесечество? У него зомби нету для воды. Интересно. А кто у тебя там с водой-то есть? Я вот не помню. Давай посмотрим, что у тебя там с колодой. Есть какие-нибудь водяные? Нету. Так, ржавый разряд, а у тебя пробная. Изменить. Тоже нету. Так, подожди, у Нептуси. Подожди, какой выбрать? Я хочу просто глянуть. Изменить, давай посмотрим. На воде, я не вижу, ребята, опять же, тут на воде нету ни шиша. Вот, надо взять, поменять тогда, получается. Что это вообще за колода такая, не могу врубиться. Такая странная, интересная колода. Спортивная, что ли? Ну да, что-то как-то и тут, везде спортсмены. Плюс, а где гробовщики? А, вот они на месте. Слушай, я хочу проверить эту колоду, ребят. Что-то мне заинтриговало. Давай попробуем. Что-то такая, знаешь, она специфическая. Вроде бы на спортсменах. Я говорю, сейчас все будут 5-го ранга. Так, у нас капитан Огонек, получается, да? Ну, вот нафига? Ой, ладно. Хотя бы есть камень, это уже хорошо. Ну, валун, я имею в виду. Ну, поставим вот так вот с тобой. Все равно больше нечего ставить. Пропускаем ход. Что, доделаем вот так тогда? Ну давай, капитан Огонек. Что там у тебя есть? Не может быть. Во, видишь? Блин, сейчас будет набирать легенды, да? Мне нечего пока поставить, ребята. Он сейчас будет тут добор, конечно, делать. Ну, валуном-то мы его прижучим, это понятное дело. Угу.
Что сделать? Он ведь его будет прокачивать, так? Конечно, будет. Если что, мы спрячем его в надгробие. Если он сейчас будет прокачивать этот огурец, он его будет прокачивать. Ну и хана тебе, огурец. Ты думаешь, я все здесь потратил? Эй, далеко не все. Окей. Огурец пшел вон. Че? Припух. Это ерунда. Что мы можем сделать? Давай вот так вот сделаем. Так. Опа, опа, опа. Поехали. Безумие. Ну, пускай будет безумие, ладно. Хорошо, тут нам надавали, да? Знатненько, так сказать. Так, погнали. 4. Да. Посмотрим. Так, только не говори, что у тебя там банановые эти, банановые рощи. Упс. Спрячем, наверное, да? Поехали. Так. Рикошет случайно. Давай вот этого отсюда берем. Так. Погнали. Что он дальше сделает? Да, конечно, если здесь сейчас он прокачает, то это будет плохо, ребята. Надеюсь, здесь выйдет тренер. Иначе 12 к атаке, ну, ты сам понимаешь, да? Это вообще не айс. Так. Вот как он делает. Ну, ёпарасы-то, ну что это? Ну, ребята, ну... Египетский карась, все, труба. Труба дело. Сам понимаешь, да? 14 в лицо, это ай, как плохо. Я говорю, если... Я рассчитывал на тренера, но, видишь, тренер появился не там, где надо. Не там, где надо. Так, разыграйте два зомби на воде. Да что ж такое-то? Два зомби на воде. Нет, не за неб, то есть можно нормально сыграть, ребят. Но сейчас что-то вот не идет никак. У меня игра. Почему именно два зомби-то на воде? Ладно, давай попробуем за заразительную сальцу. Я говорю, сейчас очень тяжело будет пробиться, потому что все топовые начинают играть. Видишь уже, кто достается.
что тут у нас? Что такое? Плохо, 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 плохо все. Ну давай, подсолнух, не томи, ё-моё, не томи. Пока не будем ничего выставлять здесь. Угу. Давай вот так поставим охотничка. Наверное, он будет его убивать. Своей вот этой вспышкой. Нет, не стал ничего делать. Ждет, собирает колоду, наверное, да, там. Ну давай, чем делай, господи. Серьезно? Что ты там такое вынюхиваешь? Что ты там выжидаешь такое, а? Скажи-ка мне на милость. Если тебя и это не проберет, должно пробрать. Ага. Газонокосилочка у него была. Так, защита у него срабатывает, верно же? Пока нет еще. Неужели у него газонокосилки везде, а? Проверим. Так. Да, сейчас работает защита. Ну что, ты хочешь сказать, что ты не будешь тратить свой терновник или солнечный удар? Да я не поверю в жизни. А вот у тебя кто? Опа, один трупешник. Сгорит он здесь. А давай я так сделаю. Потерпевший. Ух ты. Ух ты. Крутенько он, конечно, сделал. Крутенько. А ну-ка давай. Наносит 3 единицы урона. В лицо не стал бить. Зато восстанавливает здоровье, побежал. Так, давай-ка. А пока не будем ничего делать. Угу. Призрак. Так и так сделаем, посмотрим. Остальное, ребята, у меня чисто на заклинашке идет. Уничтожает всех зомби на земле. Нормально? Тю! Итого 5 хп у него осталось. 5 хп. Пам-пам-парам-пам. Что бы нам сделать? Да ничего пока не будем делать. Выжидаем. Побежал восстанавливать здоровье. Еще здоровье. Что, на одних хилах, что ли? Эй, банан тут вылез.
Эх, бананчик, ты бананчик. Что бы нам сделать этому банану? Ну, во-первых, восстановим себе здоровье чуть-чуть. Это раз. Да и вот так, я думаю, сделать. Чпок. И вот так вот. Погнали. Ну. Понижение будет, да? 2 на 2. Так, точно. Щук. Щупальцы, ребята. Интересно мне посмотреть, что там. Он уничтожает зомби. Так, пятеро в лицо ему. Да-да-да-да-да, блин. У нас не получится, да, его уничтожить-то здесь. Хотя, почему не получится? Мы ландшафт поставим здесь, да, и на ландшафте уничтожим. Верно? Верно. Так. И вот так. О, хорошая карта-то какая, ребят. Какая хорошая карта. Серьезно? Даже так? Тын-дырин-дырин. Так, ну что делаем? Зомби-танцор у нас стоит здесь. И здесь. Погнали. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо, ребята. Тюх. И вот так. Твою дивизию, ребята. Две кукурузы. Ну, это понятно все. Читер. На легендарках. Тут, конечно, меня распишут сейчас. Не, сработает защита, конечно. Так вот мы сделаем. О, ну хотя бы йети. Давай вот так вот сделаем с тобой. Я тебя умоляю, ну зачем? Ну зачем вот это-то? Почему ты вызвал... курицу мне выдал. Не, чтобы дать нормальную карту, он выдает мне курицу. И опять же, ребята... А, мы, кстати, разыграли одного зомби на воде, да? Отлично. Две кукурузы, ё-моё. Чё там, наносит урон? Ну, понимаешь, да, что здесь мне ничего не сделать? Абсолютно. Проигрываем, проигрываем и проигрываем. Так, одного зомби разыграли, отлично. Когда мы с тобой... Второго-то зомби разыграем. Так, заразительная сальца. А что у нас вот тут вот? Если изменить, нажать, посмотреть. Проверим эту колоду. Чисто по фану, ребят. Чисто по фану. Я смотрю, розы вот эти пошли все. Да ты серьезно, ну твою, ну как вот можно играть, ну я не знаю, ребят. Роза на чем, на хилах или на морозе? На чем она будет сейчас играть? Не знаю. Скорее всего уже на хилах. Скорее всего. Но это не точно.
Ты глянь-ка, а? Так, я это учту. Погнали. Что, этого тоже выкинешь? Или заморозишь? Что там у тебя есть? Чего? Я сейчас раздавлю тебя. А, нет, не раздавлю, я, наверное... А ведь не получится, друзья, так. А почему не получится? Все получится. Значит, она на заморозках, да, играет? Сейчас посмотрим с надгробием. Но у него будет заморозчик этот, который... Ты понял, да? Давай-ка вот так проверим. Неужели есть у тебя этот, который замораживает могилы-то? Как его звать-то? Нет, он Джека вызвал. Он взял и вызвал просто Джека. Шваркнуть разочек или не стоит? Да не стоит, наверное, ничего делать пока. Поехали. Угу. Такс, 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 такс. Давай так вот сделаю. Наверное, это зря, потому что любого сейчас поставят на землю, он перебежит, конечно же. А он превращает в козла. Угу. Заморозку тратит сюда, не сюда, главное, а сюда. Ладно, фиг с ним. Че защита-то не срабатывает, я не пойму. Тан-тан-тан. Давай так вот сделаем. Такс. Фрутенднат прилетел. Давай сюда вставляем. Так, и сюда. Сработает защита. Надеюсь, сработает же. Окей. Тут бомбанем этого супостата. Че, погнали? Хе-я! О! Так, этого не будет здесь. Погнали. Ага. Чудик с кукушкой. Так. Заморозочка. Что нам сделать? Вот так вот нам сделать. Погнали. Дай твою... Ты... Улетел, улетел. Но обещал вернуться. Угу. И вот так вот. У него должна быть груша. А, вот так вот он делает. Заморозить лишь бы этого. Все на заморозках, ё-моё. Весь нас тут пообмораживал всех.
Еще и хильнуться надо ему. Еще ему надо и хильнуться, ты прикинь? Так, ладно, раз тебе надо хильнуться. Блин, заморозит же, да? Или не заморозит? Тынь-дынь-тынь-тынь. Давай я сделаю так. И вот так. Чё там? Ага. Жить, хильнулись. Закажу героя танцора, да? Заморозит этого, да? Ну, этого мы уничтожим сейчас. Что он там еще бомбит? Вот эту вот гадость отсюда уберем. Погнали. На тебе. Что-то у Розы, видимо, пошло не так. Груша не выпала, ничего не выпало. Короче, выиграли. Но мне нужно было зомби на воде разыграть, а я не разыграл. И это меня злит. А, зато, смотри, зато это задание выполнили. Так, где же зомби-то на воде? Разгром, у тебя есть зомби на воде? Который может быть... Есть. Есть. Ну что, попробуем? Попробуем сыграть нашим разгромом. Я за него 1000 лет, ребят, не играл. Тем будет интереснее. Так, Потир, это случайно не с ним я только что дрался? Не с Потиром ли? Потир. Это что, какое-то опять издевательство надо мной, что ли? Я не могу понять. Что это? Что вы мне дали? Что это такое? Вот у меня нету первого хода. Второй есть. Флаг этот, блин, 2 плюс 2. Ну, эти хотя бы дали, ладно. Хоть на этом спасибо. Ох ты, волшебный росток. Что-то мне это не нравится все. Волшебный росток, я знаю, к чему он клонит. Со своим волшебным ростком. Да-да-да, конечно, ага-ага-ага. Заморозку делает. Так, иди-ка сюда. Погнали. Захотел подсолнухов тут. Опа. Опачки. Прикрыл свой зад, да? Чтобы не было двойных атак у нас. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Что сделаем? Да вот так вот сделаем. Панкуша. Иди сюда. Панкуша, иди сюда. Опа. Опа, опа. Так, у него же еще защита сработает, так ведь?
Так, ну с этим разберемся. Ладно, чуть позже, вот через нашего магистра кислых щей. Единственное, что сейчас он... Все, да? Он улетел, но обещал вернуться. Так, погоди, как лучше сделать-то? Ну, давай, наверное, поставлю... Твою налево, я не знаю. Давай вот так вот. И пока все, больше ничего не могу сделать. Посмотрим, что он... Звезда? Ты понял? Звезда. Угу. Так, уничтожает. Давай вот этого, наверное, уберем отсюда. Три и четыре, семь, да? Получается. А вдруг он его прокачает? Я же не знаю, ребят. Поэтому выбираем его отсюда. Мне кажется, это было глупо. С кого? О! Хорош. Так, 2-5. Все, теперь нам крышка, ребят. 2-4. Блин, как раз вовремя. Ну, семерочка, а? Ты прикинь? Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Фартануло. Просто повезло. Ну, я говорю, за разгрома тысячу раз не играл, зато выполнил задание. Все, ребят, теперь могу играть за кого хочу. Я выполнил это фановое задание. Поехали. Бонгфайл. Бонгфайл. Такс. Такс. Это уберем, это уберем. Это пока оставим. Еще и заморозочка, отлично. Ну что, погнали. Пока нет смысла, ребят, выставлять его. Ага. Хорошо пошло. Так, давай. Сейчас смотрим. Ничего, да? Валун, валун может пустить спокойно. Опять ничего не стал делать. Опа. К чему бы это все? Спортишь, говоришь, да? Погнали. Так. Окей. Хорошая карта, ребят. Радуйся, радуйся, пока радуется. Сейчас тренер вызовет, да? Тренера, скорее всего, позовет. Нет, этого вызвал чудика. Что можно сделать? Можно нам прикрыться. А вдруг у него валун? Давай-ка я сделаю вот так вот. И вот так.
просто проверочка. Проверочка, ага. Опа, огурчик. Еще вызвал. Так, ну что, кого мы выкинем отсюда? М? Как вариант вот этого, наверное, да? Нет, вот этого. Этого отсюда выбросим. Поехали. Я тебя понял. Так, ребят, прокачиваемся. В Хариуму 3. Еще применяй. Не стал. Жаль. Жаль, конечно. Поехали. Так. Отлично. Молекулярочку получили. Так, этому тоже. На тебе. Естественно, ребята, у него есть тренер. Естественно, он будет его вызывать. Куда же он без этого тренера-то, скажи мне на милость. Опа. А вот и тренер, про которого я тебе говорил. Такс. То есть, ну да, можно спасти. Я бы даже сказал, нужно спасать. Ставим сюда этого парня на водичку. Сюда. Погнали. Так. Хорошо. Он может поставить стража. При желании. Все растения, что ли? Так, вместо атаки, да? Здоровье вместо атаки. Видишь, что творит? Смотри внимательно. Так. Поехали далее. Срабатывает защитка. Эти паналевки не забывай у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. 6 единиц здоровья. Я думаю, нам... А, нам не хватит. Кто там сумоист? Что сумоист сделает? Вытянет кого-нибудь из этих? Или что? Так точно, ребят. Вытянул. Допустим. Так, защита будет? Будет, но чуть попозже, да? Нету взяли. Ну что, ребят, вот и все, вот его и песенка спета. Раз. Два. До свидания. Знаем эту спортивную колоду, мы сами на ней играли, поэтому она предсказуемая. Ну, для меня, по крайней мере. Так, ребятушки, давайте. Там осталось совсем немножко, и мы вот получим... 100 бриллиантов, да? Что-то мы как-то на пятый... Первый раз я так долго зависаю на пятом ранге. Ну, еще раз повторяю. Это буквально первые минуты после отката. Естественно, я тебе еще раз говорю. Все, и топовые, и простые бойцы, они начинают вот с самого начала. Потому что сезон, обнуление, и все начинают на рамы. Что-то как-то... Ладно, оставим пока вот это.
Да, тут, конечно, ха-ха-ха. Против Сальца-то, блин, если она еще с танцульками со своими. Я пока этого ставить не буду. Начнем, наверное, вот с этого ореха, которого он 100% уничтожит. Угу, вот так вот он решил сделать. Ну, просто проверим, ребят. Шваркнет или нет? Конечно, шваркнет. Конечно, шваркнет. Далее смотрим. А давай я вот так вот сделаю. Шаманство. Он-то себе три карты берет, а мне всего одну досталось, да? Что будем делать, ребята? Что будем делать? Давай-ка я, наверное, вот так сделаю. Не знаю зачем, но почему-то вот так вот мне захотелось. Слушай, что он делает? У него этот, что ли? Который бросает-то, как их? Он спокойненько себя так ведет? Скорее всего, да. Ну, куробросики-то эти. Угу. Что-то именно этим пахнет. Куробросами. Ну давай ты, господи, там... Почему у меня ни одного ореха нету, а? Желудей. Давай я так поставлю. И вот так. Плюс это все так прикроем. И вот так сделаем. Хочу просто посмотреть, что у него будет. Создает случайного зомби, да? А как? О, как он сделал. Ладно. Вот тут, конечно, очень хорошо получается. Прям добор солидный идет. Ой, какой хороший, ребят, добор выпал. М-м-м. Прям такой смачный добор. Кто у него там? С танцорами, да? 100% тебе говорю, там с танцорами. Вот он еще отдельно вызывает танцора. В принципе, что мы можем сделать? Сделать можем следующее. Так, в два смычка бомбим. Блин, сейчас заклинаху какую-нибудь придумает. Сейчас заклинаху какую-нибудь влепит. Какую только. Вот, видишь, что делает? Танцорчиков распространил здесь своих. Давай я так вот сделаю. Опа! Видал как? Замечательно, да? Давай заклинание какое-нибудь применяй, пожалуйста. Три в лицо получат моего гриба и разойдемся на этом. Красавчик! Умничка! На! Погнали, друзья! Иу!
Пиу. На-ка, сейчас мы чудоборство сделаем здесь. Все. Даже добор не понадобился. Пробивной. Очень был хороший пробивной, ребят. Да неужели, 6-й ранг? Так, 15 гемчиков и... еще чуть-чуть, ребят. Сколько там получается? 26. 26 урона нужно нанести. Окей. Так, ну это уже вот этот вот перебор на начальной стадии, если честно. Ай-яй-яй. Этот супермозг, он, знаешь, со своей кровожадностью очень кровожаден. Поверь мне, очень. Видишь, что творит? Я не знаю, кто там у него, ребят, поэтому вот так сделаем. Пират. Это плохо. Пират будет прокачиваться этот. Так, ну что, мы на воду с тобой, наверное, поставим, да? Я так понимаю. Угу. Сундук. Ну, легендарную карту хочет вытянуть, это понятно. Так, а что мы-то сделаем? А мы с тобой сделаем, наверное, следующим образом. Вот так. Еще один пират, да? А, погоди, погоди, это же считается как пират, ё-моё. Вот это мы лопухнулись, друзья мои. Точнее, лопухнулся я. Да. Так, ну ладно, этого мы сейчас вырубим. Вот это пиу. Пойдет ко дну. Так, бомбим. Как-то так, да, получается у нас. Твою налево, а. Сейчас защита у него сработает. Защита, что у него там? Вот, вытягивает, делает добор. Ох ты, вот это да, ребята, вот это наколол. С кровожадностью-то, конечно, хорошо он тут нас подколол, ребят. Ага. Чё, кого выкидывать-то надо нам будет? Сундук, наверное, да? Ну, вытянул карту, молодец, все. Заморозит, да, еще? Всех? Всех. Так. Ребята, делаем следующим образом. Иди сюда. Погнали. Эти отошли. Подснежники мои. 4 и 4. Блин, а у меня не хватает. Что, опять на надгробие свои будешь бросать? А, ну мы же зомби убрали, да? Убрали. При использовании получает 1-1 за каждое растение со способностью. Рикошет.
я так сделаю. Плюс. Блин, я не знаю, как тут лучше сделать-то. Давай вот так, наверное. Посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Заморозит этого-то, понятное дело. Тыдыч. Блин, у него опять что ли защита? Нет, не сработало. Как он меня раздражает, а? Как он меня раздражает. Так, 4-4, блин, мне не хватает опять. Что, неужели у тебя такой же там хмыреныш? Может же быть такой, может. Поехали. Я не удивлюсь, если там пират будет. Бонус на атаку? Серьезно? По-моему, ребят, тут нам крышка. Ну, этого-то убери, все. Смотрим. Так, а тут? Да, 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 ребята. К сожалению, вынужден признать. А, еще и с бонусной атакой. То есть в любом бы случае нам была бы крышка, да? Ну, если честно, я в первый раз увидел супермозга с картами на заморозку. Вот серьезно тебе скажу. Чтобы именно вылез и вот этот вот заморозщик, и до этого, который у него был, которого мы бомбанули. Да, я не был такому готов. Я думал, все-таки будет отыграть больше на кровожадности. Ну ладно, ладно. Так. Что-то как-то вот. Вот почему этот не выпал мне, когда там были эти могилы, а? Тогда был бы шанс, ребят, конечно же, может быть, даже и выиграть. Потому что он замораживает все могилы, которые стоят. Будет их тут весь ряд в могилах, он все их заморозит. Да хорош ты уже, ойкаешь тут. Ой-ой-ой, на тебе. Танцоры. Ну, я могу так предположить, ребята, что команда на танцорах здесь будет. Раз он так лихо начал. Раз они у него есть. То, скорее всего, именно... Ну, естественно, уничтожит сейчас. Если у него капелька эта есть, которая уничтожает любое растение, у которого повреждение, то понятное дело, да? А, вот так вот он решил сделать. Ну, хорошо. Потратил, по крайней мере, заклинание. Еще и под танцовщиков вставляет. Ну, хотя бы одного уберем. Не зря, ребята, он на танцорах здесь делает акцент. Не зря. Ну и что ты, ай-яй-яй. Блин, надо было вначале ураганчик сделать. Давай так вот попробуем. Ай, не того ты убрал, не того. Не того ты убрал танцора-то, ё-моё, надо было вот это убирать. Чего? На кого бы ты ни послал сюда, он улетит. Чё твоя бабушка на куличке, я тебе обещаю. А, нет, не сейчас. Все? А, подожди-ка, мы же можем. Давай так вот сделаем.
погнали. У нас должна, по идее, сработать защита, ребят. Но это не точно. А сейчас? А сейчас срабатывает. Но это я, естественно, приберегу пока. Но я жду. Но я же тебе говорил, что... что не просто так. Так, поехали. Окей. Сделаем, пожалуй, вот так. Да и, в принципе, вот так вот. Поехали. Вырубаем. Плевочек. Угу. Сейчас пойдут могилки, да? Или все-таки еще один шляпник? Ну, еще один шляпник, естественно, ребят. Сделаем вот так. Сделаем вот так. И вот так вот сделаем. И вот так. Погнали. Но не забывай, что у него опять же может быть шляпник. Сейчас молнией бомбанет. Куда? Серьезно? Серьезно, вот в этого ударил? Не знаю, может быть, у него что-то там в планах. В грандиозных. Так, допустим. Все? Нет, не все. Поваренок еще у него есть. Так, я не знаю, это... Да заколебал ты уже, а. Того, естественно, убираем, ребят. Тут к бабке не ходи. Иди отсюда. Ну что? Пока. А нет, еще поживет маленечко, ну естественно, ребят. Вот это вот хорошее растение. Восстанавливает растение, здоровье всех растений. Это легендочка. Здесь... Смотри, 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 что делает. Никак не угомонится со своими танцорами. Да, ребят, это колода на танцорах, я был прав. Ну что, бомбанем, влупим или как? Давай влупим. Наверное, я такого не ожидал просто-напросто, да? Ну и все. Ну и все, ну и все, ну и все. Я не знаю, правда, кто у него здесь вот прячется. Ага, вот кто. Ну это уже его никак не спасает, поверь мне. 2 плюс 3, 5. Этого более чем достаточно, чтобы разнести его в хламину здесь. Все. Нормально сыграли, а что ненормально? Это все прекрасно. Сколько там? О, все, друзья мои. Все. То есть у нас с тобой 525 кристаллов. Соответственно, когда я дойду до 30 ранга, у нас будет здесь уже 1000.
Ладно, хорошо, давай, 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 дойдем с тобой до какого там, до следующего ранга. Это будет 7-й. И будем закругляться. Потому что время уже 11 часов вечера. Этот видосик уже выйдет завтра, наверное, да? Второго ранга дали. Но уже с сердечком, ребята. А раз сердечко у него есть, значит он присутствовал в лиге. Да что же за мода такая на сальцу-то пошла, я не понимаю. Уже который раз, третий, да, нам выпадает заразительный сальца. Я ничего против нее не имею, но просто, как бы, ну, немножко. Да? Даже так? Хм. Ладно. Жаль, мне сейчас некого поставить против этого дельфинчика, к сожалению. Ты глянь-ка, глянь-ка, чё, а? Блин, а как тут лучше сделать? Давай вот так я сделаю. Бумс. Пока мы фейлимся, ребята, пока фейлимся. Это плохо. Поехали. Это плохо. То есть 4-4-8 получается в лицо. Угу. Заморозочку прибережем. Пригодится нам на следующий ход. Почему ни одного этого нету, а? Скажи мне на милость. О, как. Как бы сделать лучше-то? Наверное, вот так. Но это не точно. Наносит 2 единицы урона. Блин, а он все равно бомбит, даже замороженный, а я не знал, друзья мои, этого. Вот этого я не знал, что он бомбит даже замороженный когда. Так, ну это ты зря выставил. Блин, вот этого надо убирать. Этого надо отсюда убирать. Плюс яйцо. Короче, этого убираем отсюда, да? Яйцо в смятку. Кто здесь, пока не знаю. А, ну сам себя прокачивает, пускай. А я почему-то так и думал, ребята, что у него есть эта фигня. Так, ладно. Он же сейчас опять этого поставит, хлюпика сюда, да? На воду. Нет? Двенадцать здоровья против моих 6. Как тут сделать? Как выкрутиться? Как выкрутиться, ребята?
Давай-ка сделаем так. И вот так. Угу. Защита с работой. Давай так, наверное, сюда поставим с тобой. Так, я одного танцора выкинул. Он, естественно, сейчас вернет обратно, да? Получается. Мне кажется, тут я не смогу, ребят, ничего сделать. Потому что, ну... Блин, ты заколебал, а? Вот. Я так и думал, ребята, что ждет он этого хмыря, чтобы на подтанцовщиках сыграть. Он позвал. Ну что, придется еще играть. Мы же сказали, до 7-го ранга. Так, блин, надо было поменять. Надо было мне взять колоду грибную. За этого. Скажи, я скажу. Короче, за шляпу. Ночной колпак играть. Ну, разгром, ребят. Сейчас посмотрим, на ком он там. Он может на гаргантюахах очень хорошо играть. Ты смотри-ка. Как лихо начал. Как он лихо начал, да? Значит, у тебя бабка плюс очень много всякой животины. Верно, друзья? Верно. Чё? Ну давай. Так, бабки в табло. Потом что мы сделаем с тобой? Ну, я не знаю, наверное, гриб. Этого, наверное, уберем отсюда, да? Убрали. Так, прокачивает бабку свою. Еще бабку прокачивает. А мы что сделать можем? Мы можем сделать следующее. Мне кажется, он сейчас уберет. Валуном раздавит, скорее всего, да? Скорее всего, ребят. Скорее всего, у него валун. А, безумие. Твою дивизию. Вот чё-чё, но я бы ни за что не подумал, что у него безумие. Так, так, так. Оставляем пока. Интересно, девки пляшут. Чё-то я про безумие, ребята, и не подумал, если честно. Погнали. Сделаем с тобой так. И, наверное, вот так. И, наверное, еще и вот так. Кто там у тебя? Блин, орех. Да ты посмотри, а. Ну все, тут крышка, ребят. Прям как под меня подстраивалась. Прям против орехов вот это вот. Все, фейл. Ну да, в принципе, она же с животными, поэтому она идет по прокачке. Что-то я не могу. Так, я хотел взять... Вот, ночной колпак, ребята. Почему изменить? Так, у меня звездочка здесь есть. Блин, звездочка. Я даже не знаю, куда ее тут присунуть, эту звездочку.
И стоит ли вообще? Ну ладно, посмотрим, ребят, поехали. Ночной колпак, по идее, рулит на очень ранней игре. Ачукей, ачукей. Так, ты пока здесь не нужен. Поехали. Надеюсь, у него нету баллончика. Поехали сюда. Угу. Козел. Что-то интересное такое, да? Погнали, я сделаю так, секунду. Ну, да, в принципе. Да. Поехали. Надеюсь, у него валуна нету. Сейчас может давануть. Вот так он решил сделать. Козла почему-то он сохранил. Ладно, фиг знает. Что у него там план за счет козла? Так, что-то слишком перебор, по-моему, три гриба этих. Поехали. Посмотрим. Зомби здесь получает. Что-то интересное какое-то тут получается у нас, друзья. Я не знаю, к чему это все ведет. Но к чему-то ведет. Ага. Ну, погнали. Жалко, этот гриб, конечно, снесу сейчас. Но мы сейчас будем бомбить. Так, этому тоже крышка, по идее. С картами-то у него беда, я смотрю. Так, этот прокачивается и прокачивается и прокачивается. Гриб, звезды не кому-нибудь. Нормально. Че, он вызовет привидение, что он еще может сделать? Мы с тобой сделаем вот так. Так, смотрим. Угу. Медика достал где-то. Выкопал, да? Твою, блин, на маковку. Хилку, наверное, достал. Безумие. Че, поехали. Не знаю, у него заклинания есть каким-то, нет? Вытягивает, еще и карту добор берет, да? Окей, так. Итого 4 здоровья. Блин, ты серьезно? Да какого хренуса, блин, это... Сейчас здоровье восстановит, ребят. Ну и пипец, еще получается у нас 3. Гриб уничтожает, 9 здоровья. Он еще сейчас доборы будет делать, естественно, естественно. Так,
Ну и чё? Опять он, у него на защиту идет. Да, ну это, ребята, я не знаю, как тут еще можно играть. Тут у него опять все идет к защите. Что я тут могу сделать? Ну давай вот так вот прокатим. Уберем кого-нибудь, я не знаю. Все. Приплыли, блин, ребята. Отыграли, называется, гармошку. Ну вот и все. Все ему под защиту шло. Просто, ребят, я не знаю. Я запарюсь сейчас этот 7-й ранг здесь набивать. Ржавый разряд, наверняка на этих, на спортсменах, да? Блин, меня прям вот убило то, что у него прям вот, когда у меня идут самые мощные атаки, у него срабатывает защита. Вот именно сейчас вот, где играли мы, на разгроме. Ни раньше, ни позже. Ну давай ты быстрее, мне время жмет, ё-моё, мне надо уже отдыхать. Что здесь? Я пока ничего здесь делать не буду. Ну, опять что-то, опять что-то знакомое выползает. Давай так вот сделаем. Посмотрим, есть у него там заклинашка какая-нибудь. Не, ничего не стал делать. Хм, интересно. Там же может быть спортивный зомби, ведь так? Вполне. Ну, я имею в виду сумоист. Посмотрим. Нет, не сумоист, ребята. Угу. Побубнил и хватит. Сейчас он будет выставлять. У него сейчас есть возможность выставлять не заклинание, а любого зомби. Шаманство. 6 единиц здоровья. Что-то новенькое. Ладно. Пускай восстанавливает. Угу. Ну, нормально. Пускай, пускай наслаждается пока так. Секунду. Нет, нам надо прикрывать. Поехали. Защита, конечно же, защита сработает. Должна обязательно, ребят. А как по-другому-то? Еще и карту берет. Так. Фараончика позвал. Фараончика позвал. Три и один, да, получается? Давай глянем. Давай глянем. Thank you.
Оу-е. Да, только им еще успеть воспользоваться надо. Оу-е. Вот тебе и оу-е. Давай я так, наверное, влуплю. Что там у тебя на одну карту дороже стоит? Кто же там у тебя превратится? О! 6-7. Еще дороже. Кальмар. Еще дороже. А дороже этого, по-моему, никого нету. А, нет, разгром. Вот это, да. Окей. Ну что, друзья мои, пора. Я не хотел этого делать, но, наверное, пора. Пора этому случиться. Как тут? Ну давай, поехали. Ах ты, гаденыш. Ах ты... Тырок ты мелкий, а? Ты посмотри. Угу. А зомби получает что там? Я его понял. Ха-ха-ха. Довольный. Такой довольный, прям у меня нет слов, ребят. Все? Ключницу позвал. Погнали. Посмотрим. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Да? О, как. О, как. Все? Все? За каждый гриб ответишь. На дорожку, так сказать, завершающий. Не-не-не-не, парень, это тебе не поможет. А, поможет, ребята, поможет, он выставит. Хотя, подожди, все еще может быть впереди. Глянем сейчас. Так, главное, чтобы этот гриб бомбил куда надо. Да куда ты бьешь-то, лохмандей ты? Несчастный. Ну это, ребят, походу фиаско. Твою. Да, ну, ребята, это уже все.
Хотел дойти до 7-го ранга. Дошел, называется. Ладно, потом переключимся. Че, на одну карту дороже? Зомбос опять ищет? Ну да. Все, тут трубешник полный. Ну давай ты, ё-моё, ну. Это уже так просто, ребят. Тут уже не имеет значения, кого ты уберешь. Тут все равно кранты. Нет, колпак. Что-то не то. Пробить не могли, нам не хватило буквально чуть-чуть его добить. Зеленая тень, вызываю тебя на помощь. Блин, ребят, ну действительно, время тоже позднецкое, ё-моё, а. Мне нужно перейти на другой ранг. Я не знаю, стоит ли выпускать такие серии. Ребят, пишите в комментариях, такие серии вам нужны или нет. Фейловые, так скажем. Они на самом деле фейловые. Ну, это, естественно, не специально же я проигрываю. Так вот получается. Невезение, где-то колода не совпала. Или еще что-нибудь. Поверь мне, через недельку. И плюс, я еще давно не играл, все позабыл. Через недельку можно здесь разруливать, будь здоров. Еще вытворяет. Кто там у него? Фиг его знает. Самому интересно, кто у него там спрятался. Сумоист. Фи, ради бога. Сюда поставил. Угу. Ну, понятно, друзья мои, что тут происходит. Будет прокачивать этого хмыреныша. Я, по идее, не должен этого допустить. Поэтому сделаем вот так вот. Тынь-дынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Поехали. Так, у него на тренера-то хватит там потом? Или нет, я что-то не помню. Да, тренера сейчас влепит. Это будет плохо. С какого перепуга ты этого-то вызвал сюда? Я не понимаю вообще. Так, сумоиста уберем отсюда, наверное, да? Так, погоди секунду. Сделаем вот так. И вот так. Ох, сейчас звездюльку еще получишь. И еще звездюльку получишь. Не боится, главное, да? Не боится. Хилы. Что я могу сделать? Я могу сделать вот так вот. Да уберем, наверное, его сюда. Поехали. Защитка-то в любом случае сработает, да? Так, звездюля ему, пожалуйста. Погнали. Пускай стоит замороженный. Опять у него сработает, да, блин, защита, я так понимаю. Погнали. Естественно, ребят. Ну, естественно. Ну, как же там хилка, наверное, 100%. А я тебе о чем говорил? Хилка 100%. На. Пам-пам-пам. Ну, что, не будем церемониться, наверное, да?
Так, сделаем. Да и нормально, наверное. Уничтожает. На тебе тогда еще в лицо. Сразу минус двоечка. Да ты посмотри, опять у него вот это. Все время под защиту не попадает. Ладно, ребят, сейчас запинаю я его. Достал он уже в корень, серьезно тебе говорю. Орех плюс... Он хиляется. Ну все. Ну что, стоите-то, что ждете-то? Море погоды или что? Так, 2 и 3 это 5. Плюс эти. Ну, у него защиты нет, все, сейчас разнесем. Сейчас мы его разнесем. Поехали. Так, дальше у нас идет. Так вот, все, погнали. Ну, сколько ждать-то можно, ё-моё. Что, издевается, что ли, не могу понять. Понятно, короче, ребят. Он свернул удочки, он понял, что здесь не вариант его. А нет, проснулся. Ну, а теперь крышка. Это тебе уже не поможет, парень. Вот это уже тебе не поможет. Все. До свидания. Все, друзья мои. Хотел на полчасика. Хотел только получить награды и закругляться. Видишь, как получилось. Получилось офигенно. Офигенно нам получал звездюлей, как ты видишь. Ну... Все-таки сказывается то, что давно не играли. Причем ты не забывай, что постоянно меняются колоды у людей, да? И постоянно тебе тоже нужно за этим всем следить. Когда я раньше сидел в этой игре практически каждый день, я прекрасно знал, кто на каких колодах играет. И, соответственно, что-то придумывал в своих колодах в противовес. Сейчас я играю на старых своих придуманных деках, так скажем, да? Которые уже, как ты видишь, малоэффективны. Надо кумекать. Но опять же, времени нету, друзья мои. Я бы и рад бы вроде бы что-то похимичить. Но весь загруженный работой и прохождение, и летсплей. В общем, будем как-то вот потихонечку продвигаться. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.